В Вологде 32-летняя мать заколола ножом своего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, а затем покончила с собой. Тела малышей и женщины обнаружил ее муж. Мужчина пришел с работы и нашел в квартире мертвую супругу и детей. Накануне трагедии супруги решили подать на развод. Женщина нашла квартиру, чтобы переехать туда вместе с детьми и жить отдельно от мужа. 30 апреля Дмитрий ушел на работу в 6 утра, а в 9 утра должны были приехать грузчики, чтобы перевезти вещи в другую квартиру. Елена и дети уже проснулись. Вещи были собраны, лежали в коробках. Вероятнее всего, жуткая трагедия произошла между 8 и 9 часами утра, так как соседи слышали шум. После расправы над детьми Елена совершила самоубийство. Приехавшие грузчики не могли попасть в квартиру, связались с главой семейства. Все вместе они обнаружили страшную кровавую картину. Предсмертной записки Елена не оставила. Известно, что около месяца назад женщина проходила лечение в психиатрической клинике. После выписки из стационара она принимала медикаменты.